Мощные ливни спровоцировали наводнение на юге Албании. Из берегов вышли реки. В регионе началась массовая эвакуация. Погибли 2 человека. Около 300 домов разрушены. В спасательной операции участвует 6500 полицейских и военных. Из-за масштабных затоплений в Тунисе в Тиране закрыт единственный в Албании международный аэропорт. Не работают морские гавани и школы. Перекрыты автомагистрали. Власти называют ситуацию критической. Синоптики улучшения погоды не прогнозируют.